супрацьстаяние великих домов и танцы. У Гомеле прошел инклюзивный баль «Гульни престолов». Главные удельники – люди с инвалидностью. Организатором выступил фонд «Разом тут», который специализуется на проведении инклюзивных культурных, спортивных и адукационных мероприятий. При подрыхтовце балю задейничали больше за полсотни человек. Это волонтеры, предприниматели, творческие коллективы. У вынику отрималось масштабное представление с мастер-классами, рыцарскими поединками, средневечными танцами. У свете «Гульни Простолов» люди взаимодействуют, не глядя на физическое обмежевание. Наше желание как фонда – это создавать культурные мероприятия для людей с различными ограничениями. Мы считаем, что они должны быть также адаптированы к этой жизни, также получать развлечения, удовольствие, счастливые моменты. И, естественно, этот бал – возможность для многих из них встретиться, познакомиться, пообщаться, окунуться в атмосферу праздника, какого-то волшебства. Поэтому выбрали тему «Игру престолов» как наиболее антуражную, приключенческую и в то же время показывающую, как люди совершенно разных воззрений, возможностей вместе объединяются и, как говорится, побеждают зло, и в мире наступает добро.